Мое почтение, я Александр Михельсон, и это очередной пятый выпуск моих вьетнамских путевых заметок. В первых сюжетах я рассказал о дорогах, непромокаемой валюте Вьетнама Донгах, знаменитом парке развлечений Винперл и погулял по специфическому продуктовому рынку Соммой в городе Ничанг, где буднично разделывают лягушек на глазах у шокированных туристов. Теперь от природных полуфабрикатов переходим к пище готовой. В городе Ничанге это что-то вроде нашего Сочи. Самый-самый туристический город Вьетнама. Как вы понимаете, огромное количество кафе. Причем европейского формата здесь почти нет. Подавляющее число всяческих небольших ресторанов и кафе – это национальная кухня. И пусть вас названия типа «русский пельмень» не смущают. В лучшем случае здесь вас могут понять по-русски, и то с трудом. Это все равно будет вьетнамская кухня. Что касается выбора, где покушать, выбора кафе. Дело в том, что, как и все прочие туристы, мы, естественно, перед вылетом начитались много отзывов. Так вот, в этих отзывах хвалят обычно какое-то одно кафе. Но в одно кафе всегда ходить в течение двух недель, ну, просто скучно. Кроме того, еда – вещь специфическая. Вкусы у всех разные, и не факт, что вам в этом кафе понравится. Мы в одно из таких рекламируемых в YouTube кафе зашли, но оказалось, что там, ну, мягко говоря, не самый лучший интерьер, а, если честно, совершенно страшный интерьер. В уме и в памяти я бы лично в такое кафе никогда не зашел, но воспользовались рекомендацией. Зашли и готовят там действительно вкусно. Блюда очень большие, всяческие бонусы в виде напитков. Но, я вас уверяю, во множестве прочих кафе вы покушаете примерно такую же пищу. Так что ни в коем случае не зацикливайтесь на одном каком-то ресторане. Еда штука очень субъективная, но из своих вкусовых ощущений я скажу следующее. Я очень люблю супы, и здесь есть такой вьетнамский суп фо. Вот он мне понравился намного меньше, чем тайский том-ям. А вот рис здесь готовят совершенно шикарно, особенно жареный рис с любым мясом и желательно с ананасом. Советую. Что же касается оптимального выбора кафе в данной местности, я хочу сделать РАЦ предложение и, наверное, даже его запатентую. Чтобы не ошибиться и не отравиться в результате, ищите русскоговорящего человека вот здесь, где-то в округе, и такого вы обязательно найдете. Либо продавец-консультант в каком-то ближайшем магазине, либо консультант в каком-то из маленьких туристических агентств, которые тоже находятся между этими кафе. Так вот, этот человек вам наверняка подскажет, где можно безопасно и вкусно покушать. Ну, во-первых, он явно от этого процент не получает, он не заинтересован. А второй и более серьезный аргумент – вы его потенциальный клиент. Поэтому он непременно вам посоветует хорошее место. Но ваше гастрономическое путешествие во Вьетнам будет неполным, если вы не попробуете экзотики. Например, мясо крокодила, которых здесь жарят на вертеле, как у нас поросят или баранов. Вот он. Мясо крокодила, лягушки и вообще все, что движется здесь и состоит из мяса, вы можете попробовать вот в таких ресторанах. Здесь так называемый шведский стол. За 220 тысяч донгов с человека вы можете сюда заходить, сидеть здесь хоть сутки. Внутри столов встраиваются специальные жаровни, на которых вы сами можете жарить шашлычки из любого совершенно мяса. Кстати, мясо крокодила – деликатес, ну, по крайней мере, для меня весьма спорный. Мясо, я бы сказал, не очень вкусное. Первый раз я его попробовал в каком-то из ресторанчиков, но там оно было такое, с
соусе, с какими-то приправами. И вкуса, если честно, не было понятно. А вот когда мы попробовали это мясо с вертела, когда никаких соусов и приправ, то, ну, если честно, вкус не очень. Так что, чисто чтобы отметиться ради экзотики, один раз попробовать стоит, но не более. Я думаю, вам тоже не особенно это понравится.